А если бы дети чаще ходили в библиоглобус, они бы лучше ориентировались между залами. Еще надо с сотрудниками очень хорошо уметь разговаривать. Но для начала, для приготовления сливочного пива нам потребуется тростниковый сахар, какао, ванильный сахар, возможно, с добавлением стручковой ванили, немножко корицы, сливочное масло, молоко и специальный шипучий напиток крем-сода, который мы добавим в самом конце. Это торговый дом «Библиоглобус». Пошумим!